Ковакин, Ковакин, на луксильно сфаре, вода, боку, а фала гаспа, ак вино, ак вагран, фоно сон синдроса, Ковакин, фари, кога мудра. Здравствуйте, мои дорогие подписчики и просто зрители канала, с вами Рыжик. Мы продолжаем играть в Skyrim. Так, в прошлой серии мы где были? Так, мы зачистили грот сломанное весло. Я хотела отправиться в грот соленая вода. Мне очень интересно, что ж там нас ожидает. Давайте я сейчас... Какие враги? Вы о чем? Блин, что за бред? Ну ладно, окей. Враги так враги. Какие враги, непонятно. Ну, блин, что за фигня-то? Какие тут могут быть враги, не пойму, я ж всех убила. Если только рыба там, рыба-убийца, тогда возможно. О. Чё, бежать, да? Когда можно телепортнуться? Так, 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 так. Мы же здесь все подчистили. Да, у нас сундук пустой. Посмотрим, что там нас ожидает в этом гроте. Так, а здесь у нас хоркер. Замечательно. Так, взять все на R, да? Тут одни хоркеры, что ли, я так поняла? Что такое-то? А смысл? Так, стоять. Нет, тут что-то еще должно быть. Что-то здесь... Должно же быть что-то здесь. Блин, простите меня, бедные животные. Какого черта я вообще сюда приперлась, взяла, убила всех хоркеров. И дальше что? Хм. Я подозреваю, что здесь просто выход откуда-то есть. Запрыгнуть я туда не запрыгну. Угу. Че, совсем никогда? Блин. Да, черта с два. Запрыгну. Ой, пардончик. А, здесь, наверное, выход из этого, из грота сломанное весло, я так думаю. А, просто где-то он... По ходу дела запрятан, и я его просто не вижу, вот и все. Сейчас еще раз осмотрим вот тут. Блин, гребаная мышь. Точнее, шнур. Странно, ну я тут ничего не вижу. Никакой потайной двери. Очень интересно, ладно. Бог с вами. Не будем тратить на это наше время. Пойдем дальше. Хм.
Грот, соленая вода. По-любому что-то есть. Ладно, черт с ней. Значит, пещера и зеленая тень. Давайте-ка мы туда отправимся. Как же лучше доехать-то нам? Ну давайте, блин, а мы сейчас в солитьют сам телепортнемся. Нет, тогда мы доедем так. Мы доедем так. Потому что неохота мне сейчас в соли... А, хотя подождите. А мы же можем... Зачем мы вот так поедем? Мы сейчас сразу телепортнемся на ферму. И оттуда доедем. Угу. Так же легче. Только бы не ночь, только бы не ночь. Ну. Ну. Ну давай. Чё-то долго телепортимся-то. Лидия. Господи ж, боже ты мой. А где Лидия? Не поняла. Где моя Лидия? Вот это прикол. Вот это. Да что за бред? О, отлично. Так, Лидия. Куда она делась-то опять? Ну, господи, да что ты будешь делать с этой игрой, а? Она Доброго дня. только что она, вот прям только что она была здесь. Ой, пипец. Ты чё туда за лошадью, что ли, ходила? Кошмар какой. Да. Печальный случай, однако. Так, а нам сюда, по-моему. Ну, привет. Здрасте, здрасте. Только не мерзни, только не мерзни. Я вообще хуй туда еду-то. По-моему, нет. А она же разве так, что ли? Ну. Не поняла. Чё за прикол? Да ёлы-палы. Может, нам сюда? Тут чья-то избушка вообще-то. Ну да, нам, кстати, туда, в эту сторону-то. Опа, Талмарское посольство.
А пещера зеленой тени — это то, о чем я подумала, получается. То есть это по квесту? Это по квесту, ребят. Это получается по квесту, когда мы будем проходить по основной сюжетной линии, получается. Ну, я, собственно, знаю, где вход. Где-то здесь, по-моему, был. Я, конечно, могу туда добраться. Или не могу. Нет, туда можно как-то зайти, только я не помню как. Ай, блин, ладно. Не совсем удачная идея, получается, была. Так, тогда мы сделаем следующее. Давайте тогда в пещеру Волчий череп. Так, а где пещера-то? Получи! Я тебя убью. Оу, точно. Да не нам ничего не надо. Ну, погнали. Стрёмно, кстати. Все-таки пещера так называется, еще стрёмно. Пещера Волчий череп. О-о-о. Так, включаем сразу вид от первого лица. Так, чья-то секира. Давайте мы сохранимся. Хотя, в принципе, что нам сохраняться-то? У нас же автосейв был. Так, для кого же это у нас тут висит-то? Для меня, что ли? Ну да, для кого же еще? А тут у нас что? Лидия, ты там не зацепишь? Сейчас я пройду, сама что-нибудь зацеплю. Стопудово. Или Лидия. Ловушек нет? Так, кто-то тут, я смотрю. Ой, мама. Ой, мама. У меня аж мурашки по телу побежали. Я смотрю. Да, я вас уже слышу, уже слышу. Вон он, скотина. Боже. Что я делаю? Вообще, что я творю? Да ладно ты, господи. Так, что тут у тебя? А куда же мне идти-то, собственно? Или что так, один фиг? Если честно, что-то как-то мне тревожно.
Опа. Минус один. Мне деться некуда. На себя посмотри. Где Лидия? А Лидии-то, кстати, нету. Лидия, ты что, совсем с дуба рухнула? Ну-ка, иди давай. Ау, кто там? Если придется, я тебя убью. Она меня теперь отсюда не выпустит, кстати говоря. Ну идите сюда-то. Ну. А, этот все-таки сдох. Так, золото, прах вампира. Даже так. Тебе не взять верх. А куда они свалили-то, Ну ладно. Где ты? Тут. Я тут. А где ты? Не было сомнений, что я тебя найду. Да? Ну, я тебя тоже нашла вообще-то. Ничего так, нормально, да? Вообще, я думала, что у меня проблема. Оказывается, нет, ребята, у вас проблема. Это ж чья? О, пчелиное гнездо. По-моему, я это заклинание знаю. Ну, мы сейчас посмотрим, на всякий случай, да? Так, что у нас там? Мама. А, я знаю, да? Окей. До свидания, мне не надо. Погодите, а я же хотела там где-то еще пройти, да? Или только тут один путь был? Нет. Погодите. Я шла так. А. Так, ну-ка, Лидия, подожди. Ну, все понятно. Здесь просто, короче. Угу. Ясен хрен. Ясен, красен. Драук-палач. Ну иди сюда. Иди сюда. Иди. Оу. Лидия. Промахнулся. А это нехорошо. Это совсем нехорошо. У меня хоть и слабенький, но все же. Теперь ты поплакаешь. Да. А как мне назад вернуться? Никак, да? Да, уже никак, я не поднимусь туда. Оу.
мать вашу. А почему так получилось? Не ясно. Лидия, прыгай ко мне. Ну. Мне, по-моему, придется долго ждать, пока она его убьет. Но вернуться я не могу. Есть только... Сейчас. Короче, я решила сделать так, потому что мы... Так. Блин, а? Ты сейчас за это поплатишься. В этот раз я не упаду. Ай, 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 тихо, 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 еле успела. Где еще? Ну, как-то так. Так. Ну, мне, я понимаю, что мне, наверное, вниз все равно придется прыгать, да, потому что здесь завал. Опа. И я, собственно, не пройду здесь. Так, 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 так. Отлично. Вызов ледяного атронаха. Так. Иллюзия, изменение, разрушение, колдовство. Вот. Так, в избранное F. Окей. Так, Лидия, а ты сможешь? Вниз. Спрыгнуть, моя дорогая. Да, конечно. Хорошо. Сама спросила, сама ответила. Замечательно. Так, у него ни хрена нету. Руины, волчий череп. Да, все интереснее, интереснее получается. Твою мать. Королева-волчица, услышь наш зов и пробудись. Мы призываем Патему. Мы призываем Патему. Твою мать. Что они делают? Долго ты спала смертным сном, без снов, Патема. Он кончился. Услышь нас, королева-волчица, мы призываем тебя. Мы призываем Патему. Лидия, их надо качать. Их надо кончать. Так. Эльфийский лук. Иди узнаешь. Ништячок. Что это было? Что? Кирка? Нет, не нужна. А там только один был некромант? Больше нету? Ну ладно, допустим. Боже. Чьи-то кости.
Так, я смотрю, тут еще масло. Масло и светильник. Ну, это на всякий случай, вдруг сейчас враги какие-нибудь сильные будут. Да, я сейчас... Или я, или Лидия, кто-нибудь... Я так и знала. Так. Ага. Угу. Лидия. Ну ладно, раз такая хрень. Так, 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 давайте-ка мы. Лидия, Лидия, я иду. Я иду. Так, тихо. Так, жареная крысиная кожа. Ну, мы возьмем, пускай будет. Так, там еще кто-то у нас возбудился, я смотрю, да? Ну и кто там хочет огребсти? Еще какая-нибудь херня здоровая прибежит. Я думаю, что я не очень обрадуюсь такому повороту событий. Ну, здрасте. Да, двуручник. Где моя Лидия? Лидия, там двуручка идет. А, собственно, лошара он. Поэтому все нормально. Так, ну допустим, окей. Лидия, ты где? Она идет? Да. Так, хорошо. Ну или, по крайней мере, почти хорошо. Здрасте. Простите, что без стука у вас двери нету. Опа. Так, а мне что, вниз? Или наверх? Я вот понять не могу. Какую мне сторону? Наверное, скорее наверх. Скорее всего, потому что здесь я никак не пройду. А это как раз... Блин, я ни черта не вижу, народ. Вот реально. Иду на ощупь. Так, что у нас тут? Яркости я больше не прибавлю, потому что будет плохая графика. Короче, пикселить будет на Ютубе все. Ютуб же любит говнять видосы. Все-таки ничего особенного. Да, ладно. Серьезно, что ли? Ну-ка, стой. Стой, дрянь. Блин, сволочь. Она взяла и завернула. Лидия? Ладно, хорошо. Это...
Так, эту мы завалили. Оу, тихо. Все-таки смотрите, со щитом-то лучше как бы. Отлично, молодец, Лидия. Так. Оу, стеклянный лук. Блин, стоимость у него хорошая, но вес у него тоже ничего такой. Какой у тебя там? А, ладно. Так, а где... Маг где? Драуковый начальник. А, вот. Отлично. Так, мы пришли снизу. Нам наверх. Сохранимся на всякий пожарный. Мало ли. Так, ну, давай. Да, да! Верните меня в этот мир! Наши голоса зовут тебя, а кровь невинных связывает тебя, королева-волчица. Что-то у меня... Призвана словами, связана кровью. Да вы что, охренели, что? Что? Что ты делаешь? Глупцы! Вы не можете подчинить меня своей воле! Правда? Да ладно. Жалкие муравьи! У вас нет силы подчинить меня! Да ладно, что ты орёшь-то? Все нормально. Сейчас все будет. Так. Собственно, мы подходим, да? Мы подходим, нет? Слушайте, а мне-то тут ничего не надо. Мне-то надо, наверное, вернуться вообще-то. А, типа было бой. Так, подождите, сейчас задание посмотрю. Зачистить пещеру. А, зачистить. Ну, понятно, окей. Я вот думаю, давайте, может, закончим? В следующей серии продолжим. Вот, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. С вами была Рыжик. Всем удачи и пока-пока.